Я тут. Сейчас иду. Где? Вот это? Да. Я бы не сказала. Ну, тут лучше, там. Да? Да. Я просто не уверена, что я не ускользну сюда куда-нибудь. Я потеряла точку опоры. Нет, так удобненько. Какое классное место. А мне некуда прыгнуть. Ты можешь чуть-чуть? А мы в водичку полезем? Аккуратно. Ножки мочить? Нет. Нет? Вы можете лечь, помочь, я могу. Может, это, наверное, болезнь. Очень красивые. А меня, подождите, я тоже хочу посмотреть. Ой. У тебя интернет ловит? Да. Показывай. Стрим. Ты смотри, как офигенно, а. А, да, там хорошая тропинка, красивая, и речка очень красивая. Дим, дай я там прыгну, пожалуйста. Ты можешь куда-нибудь? Я вот пытаюсь. Вот. Какой классный красный песочек. А что это за ящичек? Чего? А, описание? Да. Ай, ай-яй-яй. О, какая дрень. А зачем эта дрень? Ай, оно брызгается. Ой-яй-яй. В рюкзаке? Ну иди сюда, я ее достану. Можно? Да, слушай, вот этот водопад, который большой, где мы были весной. Да. Там же туда может залезть спокойно, там люди гуляют. Там люди. А тут нет людей. Ну, то есть два было всего. Было. Ты... Смотри, как она клевая. Тут вот, хочу. Сразу. Ой, она уходит. Что? Лягушка. Я снимаю лягушек. Под водопадом.
Медусенька принимает душик. На лапеньках. Сейчас я тут пошел на реке. Здесь кубиков много. Кубиков много. Вот они, блогеры. Там лягушенька, а не кубики. Она тебе отвернулась. Лягушенька прекрасна. Песок классный, красный. Что показываешь? Красота. Не нравится? Тебе нравится? Кому не нравится? Мне? Тебе нравится? Я бы тут жила. Она бы жила там в болоте. Я болот. Я хочу вон туда. Так это не Питер. А? Вон туда вот. А интересно, вот здесь вот глубоко, мне кажется, можно пройти пешочком вон туда. А тут, наверное, зимородки есть. Я уже об этом подумал. Но здесь ничего нет. Ну, по крайней мере, не птички. Угу. Зимородки. Нет, я не знаю, синенькие птички такие ныряют в воду. Комары. Слушайте, кто-нибудь знает, как называется вот это вот растение? Шишечками. Посмотри, какое. Вот это? Да. Какое? Вот. Ты посмотри, какие у него шишечки. Красота. Шишечница обыкновенная. Шишечница. Ежовница, может. Ежовница. Ну, запас. Ну, посмотри, ну, покажи поближе, может, нам сейчас кто-то в чатике напишет. Программеры советуют меньше на зелень направлять, меньше кубиков. Снимай небо, Артём. Я не знаю, что он там показывает. Небо снимай. Ну, небо как не дадам, да. А Ника снимает. Я снимаю в хорошем качестве, я потом выложу. Да, Ника сделает. Ты показала? Там написали, да, что за ежовница? Или ты сейчас у кого-то есть программа? Это, а, у Гатила есть программа, которая определяет цветочку. Вот это таволга, я знаю. Таволга. Мне нравится слово. А я слышал, вот это пылесос. Ну, на иволга похож. Что? Вот это пылесос, я знаю. Где пылесос? Вот пылесос. А, это да. Ну, посмотри, классно же вообще. Пойдем, там тропинка идет вон туда, да? Мы-то так, там водопады. Главное, перескочил на другой стрим. Ну, простите, мы не хотели угробить вас перед монитором компьютера. Ой, Танька, привет. Это Танька, жена Кольки. Танька, жена Кольки, привет. Артем хотел звонить. Да, я хотел звонить. Но пришлось ехать за совами. Да. Ты идешь или стоишь? Я иду и стою, и стою. Смотри, какой этот кудрявый. Да. Так мы тебя выпустим чуть вперед и пойдем следом. Кудрявый водой. Да, наверное. А? Конечно. А, твою широкую спину и что ты нам все загораживаешь. Какой красивый у меня рюкзак. Чего, Ксюша? Если Ксюша вкусно приготовит. Кого? Траву. Траву? Любую. Ты можешь ее пожарить, сварить, затушить. Проживать. Проживать, да. Хватит. Сегодня мы будем поели мясо, вот это хорошо. Мясо хорошо. У нас в рюкзаке еще с собой есть хлебушек и чаек. Ника, по-моему, ты была права. В чем? Сейчас только на интернет поймается. Ты зимородка услышал?
Он не совсем так пищит, но похоже. А, я тоже так хочу. Зимур до Кахану манит сидит. А, бора-бора, да. Слушай, а тут прям берег сплит, да? Я хочу в водичку. Мне нравятся такие речки, в них не утонешь. И не уплывешь никуда вообще. Прекрасный. Блин, как вот это? Или это... А, осока. Наверное. А это стены там с дырками. А дырки это береговушки? Да ладно, они большими колониями живут, а здесь вот, что-то не видно. Гуляем, не, да, что-то как-то... Береговушки классные. Маленькими колониями живут. Да? Хотели попасть, да, на водопадик, да, в пещеры. Это точно береговушки. Ой, тут розовенький песок. Блин, Артём, привези мне ведро такого песка. Нет, Лика снимает ведроки просто. Видишь, там, да. Он вообще... Да. Ты посмотри. Ай, да не показываешь. Песок. Смотри. Типа кварцево. Да-да-да. Вот, вот ведро сам... такого, блинцу. А где же такое ведро возьму? Ну, ведро надо где-то взять, а песок взять здесь. Ну, песок-то здесь понятно. Мы как-нибудь приедем с ведром. Угу. Так, я благодаря вам пару недель назад тоже там ползла. Кукуха. Вот, спасибо, душа. Кукуха? Пункт Ладога. Это Никита где-то рядом. Верный признак. Кукушечка у кого-то улетела. Да, у тебя кукуха уехала. Тут бегает. Предлагает песочек в карманы. В карманах мало. Он слишком мелко, он просыпается. Да. На маяке нет, до маяка мы не доехали. Да, потому что нам внезапно позвонила Маша Маркина и сказала, что надо забрать сов. И мы приехали забирать сов. То они здесь рядом, сейчас мы погуляем. Выбор сов или маяк, да, да. Маяк-то никуда не денется. Ну да. Вот, мы сейчас... Стоит там подмигивает. Мы сейчас это тут полазим и пойдем за совами в гости. Пусть сами ведут. Да нас не найдут здесь. Не знаю, что сказать. Так Посмотрим. Мы идем дальше, пойдем? Так иди, дыши. А это случайно не аконит? Я хочу найти... Нет, подожди, цикута, не аконит, цикута. Цикут, который он скопал в самолете. Это Дима летчик. Ой. Круто, что нет комаров. Почти нет. Ну, да, потому что мы одеты. Короче, пернатый кто за головой. Он бёдвотчер. Как? Бёдвотчер. В Москве, кстати, были курсы бёдвотчера. А раньше были соревнования под бёдвотчингу. Мы даже участвовали. Красота-то какая! Это ты это зимородка подзываешь? Да, ну как-то интернет не может. Ага. А у Артёма ловит? Ну, наверное, если у него стримили. А он идет? Где мы? Какой парашют? Нет. Я его всегда беру с собой. Кроме как самолет. Вот цветет какая-то цветулька. Кто-то зовешь? Зимородок хорошо привлекает. Не все птицы идут. Кукуху можно позвать. Кукуха не пойдет. Почему? Самцы летают. Да. А у них уже закончился? Чего? А у них... Вода же куда-то еще туда? Да. Там водопад не может. В смысле? Сказали, туда водопад. Ну, там вон порожики какие-то маленькие. Надо карту посмотреть, потому что мне кажется, водопад должен падать вверху, вниз, вниз, вниз. Ну, он там тоже может сейчас. По-моему, он просто в другую сторону. Я посмотрю сейчас. Красивая река, на самом деле. Все там уже спокойно. Ага,
купим на 35-й будущее. Блин, я к ним не готов. Это ж надо бодик делать в любом случае. Конечно, главная пара как раз по 35-й колесам. Они хорошо. А делают. Вот это знаешь что? Нет, белая дочек. Это валерьянка. Прекрасно. Ну я пока в порядке. Да? Да. Психовал. Ну ты орал на эту, на навигатор в порядке. Я не орал на навигатор. Ну, на... ты орал на... на тетеньку из навигатора. Пошла дурочка. Был бы мужик, он был бы по-другому говорил. Так. Чуть в будрище, а что был прикол. Как на... как мы поставили будрище, 33-е. А, нет, 32-е, все, 32-е будрище. Вот. И у меня на пробеге на растущий 2,5 километров бахнул колесо, просто блокмоки разрушило. Вот, ответил на... Что я? Сексист, кто такой? Кто? Сексист. Сексист? Знаю таксиста, сексиста не знаю. Это типа шовинист или вот... Короче, ты... пол... Маш, я понял. Ты из-за того, что я ругался на женщину-навигатора? Да. Я понял. Ольга, спасибо большое. Раз вот эти идеи, это перевозчик. Да? Перевозчики. Маршруточники. Женщина, что вы, Светлана, правда, беду. Где? А что он переводит-то? Это кулички, да? Кулички маленькие совсем, да. По народным преданиям, возле водопада живет водяной. Ему каждое лето нужна невеста. Бабайка. Бабайка. Я не взяла с собой 3-литровую банку. Ладно, бабайка, не бойся. Меня в детстве пугали не ходить к ручью, где болото, потому что там бабайка. В итоге я у бабушки таскала 3-литровую банку и пыталась эту бабайку поймать. Чтобы никто больше не боялся. Нет, мне сказали, что там живет бабайка. Ты решила спасти мир, короче. Нет, я бабайка. Решила завести себе бабайку. Вот так вот. Люди пугают бабайками, они их хотят привлечать. Ну, местные дети боялись. И на них это работало. Так. Это вот до сюда вода доходила. Да еще дальше доходила. Я когда был на Кавказе, я как был по осени, вот тебе вниз, по-моему. Ты людям показываешь кусты, показывай водичку. Я показываю водичку, кусты, бережу для тебя. Смысл окружается. Сексист. Вот. И там речка, не буду как называется, как раз такая узенькая. Иду по ней. А то есть рыбка, она очистила село, она расширит там речку, раз. 20 Тут прям уже ночь.
прям джунгли. Я покупали водопады, но Ника хотел зайти в воду, не знаю, а вы куда-то идете, идете, я вас не догоню тогда. Чего? Я все еще хочу зайти в воду. Вот водопад зайдет. Кто-то же говорил про фотосессию на Ивана Купала. Можно только раздеваться не буду? Можно. Так, я тут знать интересно. А самих их не видно чего-то, да? Да вон там колония ласточек-береговушек. Вон чирикают над нами. А, это они? Я там что-то нашла полезное. Нет, я не могу. Я нашла что-то. Я не знаю, зачем это. А зачем эта штука? Артём, тут зачем-то привязали дерево цепью. Вот. Ай. Это якорь у кого-то был. Ну, а почему он привязан к дереву? Прям примотан. Это у дерева якорь, смотри, он тут... Судя, потому что на нем еще в метре высоты трава. Я думаю, что его течением намотал. Нет, здесь проволока примотана. Да, проволока примотана? Да. Сейчас, если хочешь забрать из собой... Цепь. Артём. Да. Зачем это? Я не могу знать. Что ты делаешь? Диму, может, сам тебе его сказать. У Димы нету. Ой, слушай, еле. А что там орут? А-а-у-а. Что-то на помощь. Ну зачем вот это вот? Ну скажите мне. Что это еще такое? Идеи и задумки на будущее? Пока нет. Это какие идеи могут быть, что продолжаем снимать пики, что важным людям нравится? А мы оттуда, да? Тёма там что-то. Не, ну место очень крутое, не должно нас в один приехать. Да. И засесть в кустах. И попой водичку. Ты прям как ниндзя. Ага, стараюсь. Да, пора запеку. Тренировки поднимания на 9-й этаж пешком. Ну, пока сейчас даем машина, заберем совушек. И спокойно доедем до водопада. Потому что туда идти в эту сторону 40.